12 ноября, в день 175-летия Сбербанка России, Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени Ерзи открыл свои двери для жителей и гостей Саранска. Благодаря мордовскому отделению Сбербанка музей в этот день можно было посетить абсолютно бесплатно. Этим воспользовались более 1000 человек. Подробнее расскажет Лариса Саулина. Сбербанк России вводит новую традицию – назначать свидания в музеях. В дни празднования юбилея банка были бесплатно открыты 27 музеев в 26 регионах страны. Мордовское отделение поддержало инициативу, и Саранск присоединился к общероссийскому музейному проекту. Благодаря Сбербанку жители и гости столицы Мордовии смогли провести выходной день насыщенно и интересно. Познакомиться с новыми экспозициями музея имени Степана Дмитриевича Эрзи и взглянуть на давно знакомые и любимые картины и скульптуры. День 175-летия Сбербанка. Я очень рад подарить уникальную возможность посетить музей Степана Дмитриевича Эрзи не только сотрудникам банка, но и всем жителям и гостям города Саранска. На протяжении 2016 года, дня 175-го юбилея Сбербанка, сотрудники банка и клиенты банка делали много добрых дел. Мы посадили каштановую аллею, но помогали не только материально, но и своими руками делали ремонт в детских домах, проводили мастер-классы «Дни финансовой грамотности для детей». И девиз нашего проекта «Не зря искусство сохранять». Музеи сохраняют искусство, а банк помогает сохранить и приумножить ваше благосостояние. Важность этой акции трудно переоценить. Сбербанк делает искусство доступным для всех. Республиканский музей изобразительных искусств посетило более 1000 человек. Это студенты и школьники, пенсионеры, родители и дети. Целые семьи открыли для себя заново мир живописи и искусства. Люди по несколько минут задерживались около скульптур Эрзи, картин Сычкова, разглядывали детали, как будто видели их впервые. А кому-то Сбербанк действительно подарил этот первый поход в музей. Примечательно, что 7 ноября Мордовский изобразительный музей также отметил важную юбилейную дату – 140 лет со дня рождения великого скульптора Степана Эрзи. Посетители музея смогли почувствовать атмосферу двойного праздника. Лариса Саулина, Александр Зюзяев. Наши новости.